Минский городской суд сегодня вынес вердикт по громкому уголовному процессу. На скамье подсудимых 37 человек. Они подозревались в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе и в крупном размере. Как выяснила сторона обвинения, большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп и действовали через интернет, используя различные способы шифрования и конспирации. К примеру, бесконтактный путь распространения зелья. В ходе расследования изъято свыше 7 килограммов наркотических и психотропных веществ. Каждый из участников выполнял свою роль – закладчика, курьера или оптовика. В итоге обвиняемые получили различные сроки, а так называемой домашней химии – до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи. Процесс проходил в столичном СИЗО номер 1, поскольку только там могло поместиться такое количество участников уголовного процесса, адвокатов и свидетелей.